Вашому вниманию представляется дизельный генератор Genus DG6700RCDV. Генератор оснащен дизельным двигателем мощностью 9 лошадиных сил. На двигателе воздушное охлаждение, сухой воздушный фильтр. Также генератор имеет дистанционный пуск от двух брелков. Также этот генератор универсальный. Он имеет переключатель на 3 фазы и на 1 фазу. Имеется амперметр, счетчик моточасов электронный, а также вольтметр. Установлены автоматы. Имеется выход под АТС. Также розетка на 12 вольт с возможностью зарядки аккумулятора. Заземление. С трехфазной розетки можно снимать полностью всю мощность генератора в таком вот положении тумблера. С вот этой розетки 4,5-5 кВт в таком положении тумблера. С вот этой розетки 220 вольт, порядка 2,5 кВт. Также установлен замок зажигания. Генератор, максимальная мощность 6,8 кВт, номинальная 6,2. 50 Гц, 230 вольт или 400 вольт при 3000 оборотов в минуту дизельного двигателя. И имеет вес 128 кг. Для удобства транспортировки на генераторе предусмотрены две рукоятки. В комплект входят колеса на подшипниках, штанга для колес, эластичные подушки. Также в комплект входит ZIP, воздушный фильтр, масляный фильтр и топливный фильтр. Также комплект розеток: трехфазная 220 вольт розетка и небольшая 220, а также розетка на 12 вольт для зарядки аккумулятора отдельного от автомобиля или от мотоцикла. Свой заказ вы можете разместить на сайте, а также по номеру телефона 099-642-3979, а также 093-536-4120.